почему я сделал прививку? Только для того, чтобы чувствовать и быть защищенным. Не бояться общаться с родственниками, не бояться общаться со своей семьей, не бояться общаться и работать, и получать от работы удовольствие. Потому что вся история вакцинации в мире говорит только об одном – это хорошо, это не во вред, это только в пользу.